Знаком бастактам подсахадон телеканала эфир информацию рахдабон студии Часят Алина. Президент Библта Анатолий Абонасан кане ярайгур дельфензаю азасахасте бун. Уйцетен вемен рарфакота в России Федерации президент Владимир Путин амензахта юл хоздерфендиекте. Не бастая сарглавеган марарфакото я абхаза коллега Аслан Бжаня, цецен республика сарглавег Рамзан Кадыров, Татарстан президент Рустам Миниханов, Караси Черкесск республика сарглавег Рашид Тимризов, Приднестровак Молдава республика президент Вадим Красносельский, андар политиконама Ахсанадун Архайджете. По прощению президента Российской Федерации я хочу поздравить с днем рождения, приезжать по времени адрес президента Российской Федерации. И соответствующий по времени адрес от премьер-министра Российской Федерации. Ряд отдельных поздравлений. Крепкого вам здоровья, удачи и, конечно, победы. Спасибо большое. Уверен, что не только в дни рождения, но каждый день мы будем способствовать тому, чтобы отношения между Южной Осетии и Российской Федерации развивались. Это наша задача, и мы, конечно, будем его выполнять. Огромное спасибо Владимиру Владимировичу, огромное спасибо вам за поздравление. Абундерне, пацахада сарглава гуэд, я кусты эмайнуэт, цалдар коттагун фимбэлды. Во имя Библта Анатолий Хусари Рыстона в России Федерации Эхэстбарджа Миневар Марат Кулахмитов имя Хаад Райстой в России на республике Энцы Кавун Хадзарадун техника РРВСТА вудон райсыны церемонии. Во фэдэлу наоцхэсэ кусты зарина и бацэттагунд эрмэк. На республике Каун Хазарада министра Данфафалдера техника и парк. В России Федерации Каун Хазарада министра символа Варкута техника и солдар Юаджи. Модасон Канан Кауяма техника Каюна Рыкуны Манук. Осесома министра Дастай Фермир Тедар Анкалма Костесте Бирасте. На подсохады Сарглавак Библта Анатолий Бузаджин Хасте Захта Уаждетен Охамла Воротахай. Такое базовое развитие для Южной Осетии мы видим все-таки развитие сельского хозяйства. Слава Богу, у нас есть достаточное количество земель для того, чтобы мы могли перспективно говорить о том, что Южная Осетия может развиваться. Опять-таки подчеркиваю, это развитие, оно связано без сомнения с развитием сельского хозяйства. И я думаю, что нам совместно удастся решить все те проблемы, которые есть сегодня, на данный момент. И не говорить об этом нельзя. То, что есть, оно есть. Я думаю, что с поступлением вот такой новой техники у нас будет большая возможность для того, чтобы развивать сельское хозяйство. Конечно, я хочу выразить огромную благодарность министру сельского хозяйства Российской Федерации. Без его внимания и без его отношения к проблемам Южной Осетии, именно в части сельского хозяйства, нам бы не удалось решить эти проблемы. Знаю, что в процессе переговорном есть много планов и большей техники, и семенного материала. И, конечно, в этом плане это ощутимая помощь для развития Южной Осетии. Ну и непосредственно хочу вам лично сказать огромную благодарность. Вы непосредственно этим занимаетесь по поручению министра сельского хозяйства. И уверен, что вот этим тесным взаимодействием и пониманием проблем, которые есть в Южной Осетии, нам все-таки удастся реализовать те проекты, которые мы наметили в дальнейшей перспективе. Бирасты эксплуатации фастана каун хазарадун техникарцы да зал логоварма. Хитани в тункарстама механизм та орах фихален сама костны колэмпэвэм. Фермертан ю лахсас гундарадзан комбайнын кайболавар кутую цокоттак. Умана масын тэллэг афснойны раста джезэн зинят тафи взорэн кане афснойн техника кайне фафок кане вэй. В России Федерации каун хазарады миневар Роман Некрасов подсахады сарглаваган бастун розырта техникасы функции тахас кэнс. Удун фадыл. Функциональная сельхозмашина Туман-2 может выполнять 18 технологических операций: разбрасывание удобрений в твердой форме, применение жидких удобрений, обработка против вредителей, болезней, сорняков и до 40 км в час скорость движения. Поэтому поставили с полным комплектом. Дальше там стоят узкие шины для того, чтобы могли работать в садах, виноградниках. Вот это вот давление на почву, как у ноги человека, то есть растения не травмируются даже с полной загрузкой. Республика агросаудачи радун комплексы райрастыл бира хоцырдаут. В России коллегати макусагун фимбалты тарастаджи бантыст каун хазрады фададжи хисан проблемата аскотсаканын. Удун немецы сармагун техника самолканы форстер. В России Федерации каун хазрады министра Бохас Магаска хусари рисунан болаварарцы техника и салдари важи. Небастай сарглавачи Барамад Магаска в России гложи тахур захшинарцы листы. Косты Зарина Косты Раулер Сойта Зарема информацию рахт абон.
Самайна республика и царство Россия бастакчиу уй анарг медицину лекадрайса в России хоскенен вагдатте вытхая анаман кав медицину страхкенен полис. Умен кадрайса нисуматам рискота навацхаса готтате алюна. Медицинон строхкенне полис райсен анаман кавагу умен ма арахвайе афта аманим бастакте бират синен изинат бараккенне тхай бака в России медицинон вагдаттем отсавен. Полис тафададте анаман кавак медицинон строхкенне программа и фалгатте в России федерации территориал разаго медицинон организации телеккаттай анархайс пайдаканен. Медицинон полис ебун райсену в России федерации бастактен кэсэ пэнэ зухай кэнэ тарастэк мэсэрэнэ республикэйэн. Мы организовали, пошли на такое решение и договорились о возможностях получения этого полиса в городе Цхинвал. Но, как это обычно бывает, к сожалению, многие граждане немножечко недопонимают важности вот этих мероприятий и недооценивают удобства, которыми они могут воспользоваться в республике, выезжая за пределы. Поэтому я обращаю внимание населения на то, что необходимо воспользоваться той категории населения, которая имеет право получить, воспользоваться такой возможностью, тем более, что сейчас временные затраты и финансовые затраты здесь практически исключены. По времени это достаточно короткий промежуток, в течение которого можно подать заявку и получить. Финансовые затраты исключены с точки зрения того, что не надо ничего платить за это. Поэтому я призываю всех потенциальных получателей полиса как раз-таки реализовать свои возможности на территории Республики Южная Осетия, в городе Цхинвал, для того, чтобы избежать всякого рода организационных проблем. С этим многое что связано у нас, например, выезд на высокотехнологическую медицинскую помощь в рамках медицинского полиса, он, скажем так, протекает гораздо менее проблематично, нежели в случае отсутствия такового документа. Организационно это происходит быстрее. То есть я желаю всем здоровья, но в случае, если возникает проблема с ним, конечно же, нам необходимо координироваться с лечебными учреждениями Российской Федерации. Вот здесь наличие полиса играет достаточно важную роль. И это некий такой атрибут оказания своевременной медицинской помощи в рамках наших договоренностей с Министерством здравоохранения Российской Федерации. Медицинун полиса на республике Айдар Райсен и Сариборай. Фоцаголай роттенс растег ма дуа майма. Вейфаста та дархватин растег. Полис Райсен ма на республике Айвадзан дуа майя. Вейты хай курдиат бодаттым кава аннани зинат каққан администрат ма. Еще раз обращаю внимание, что необходимо воспользоваться случаем, пока такая возможность у нас есть в республике, и получить этот полис в здании министерства по улице Хитагурова на первом этаже. Там, где располагается социальный блок министерства, соответствующая комната для предусмотренная для выдачи полиса. Медицинун строхкенне полис тен республике лаверт сеанс дуэвин эстесем озай фестема. Амеса райстой седа гойодай мекте автамай ведунат в России хускенен вагдатте леккетте вудзисте анархай. Готтате Алюна Кокойте Александр Арсойте Зарима информационра вагдабун. Татарстанын Сайрак Гурат Казана уақытсыд музыкалу наивадун сфелдістады Ахсана Дамун конкурс фестиваль. Вымха Драйстан имбасак зараккенек хари батамартадар амастис явалахиздав. Ян тестефадыл бастундараю навацхасак табыл тельвирай бацеттегунд армек. Нимбесток зараккенек хари батамарта хаядрайста республика Татарстан Сайрак Гурат Казана уақытсавак музыкалун айвадун сфелдістады Ахсана Дамун конкурс фестиваль «Восточна сказка». Эмэ бацахста фыцак бенат. Вайма баци гран-при хитсаудар. Я участвовала в этом конкурсе в двух номинациях – эстрадный вокал и джазовый вокал. То есть в номинации «Эстрадный вокал» я получила гран-при, выиграла, а в номинации «Джазовый вокал» я получила первое место. Я очень сильно обрадовалась на самом деле. Этот конкурс проводился при поддержке Международной музыкальной академии Елены Образцовой. А приз я получила бесплатное участие в международном фестивале в Италии, в городе Сан-Ремо. Конкурс «Вахцет» январа эртеневдем хат. Амадзеха адрайстой в России дуэн регионе Амаюта, Израилей. Хари батамарта конкурса хаадиста кут Краснодар культура института Миневарафта. Вменемау ацевел дар ахургенен дун рауахтун.
Об этом конкурсе я узнала, когда мне позвонили с Краснодарского института культуры, который я недавно закончила, и мне предложили от их имени выступить, принять участие в этом конкурсе. Мне было очень приятно, потому что очень много студентов на самом деле в этом институте, сильных вокалистов, и когда обратили на меня внимание, я обрадовалась. Марта Айвадима Бастуча Селефестема. Убира Айвадун вокалун ама агарстемей, муда ама харзун цинаты конкурс лауреат. Фарун хаадройста в России или проект «Новая звезда» 2020 дар. Ацас фауткане табылта Александра Нумыл Хуссари Ростуна Пацахадун университет. Автамаязуна дзинеттамуна фэцэгэ музыкалун скулай сэвэлэттендар. Табылта Эльвира Коцтарауул Арсойта Зарима информацию равахт абун. Вала бира профилон колледжа райсаниз бира анаман каек профессита. Анаман каек зунан зинятта райсана намарас цаунцем белун аварта. Азе аз мэхоздар кэнэса материалун техникум базадар. Аца бунт тахар заудан фунт югун даланих хосай колледжа налха дарцэста алхузун кусэн ифтун кэрсэ. Дима дартар кэнэ наац хэсэ гобусты агонда. Схинвала бира профилон колледжи в том горце дног на рекон и в том горстай в Донал Хадерседесте харзау дам фонд и угон талани финансум фарастай. Хосе фадала хурадону агдону кухтаря гад бахатет президент Библтана Толима. Ама сен сабрас тагмарахит санерцет афонс милуан сумай фалдар. Хосе фарастай компьютер он гластан балхатту эртенах сас компьютера. Ама хурканен сфентас студента ама нерведонай алкамандари сияхи сармагунт компьютер. Практически для всех отделений колледжа было приобретено недостающее оборудование в мастерские, чему мы очень рады. В связи с этим, естественно, улучшится и обучение, и преподавание в колледже. Было закуплено оборудование для таких отделений, в основном для поваров, для автомехаников, для портных, для МУЦИ. Для мастеров строительных отделочных работ, ну, в основном, практически для всех отделений было закуплено оборудование. И от лица студентов, также всего преподавательского состава, мы хотим поблагодарить президента Бибилова Анатолия Ильича за оказанную помощь в приобретении вот всего того, что было необходимо для колледжа, для мастерских колледжа. Автомеханика я хая тарифтон гарседуалам хас ифтон гадай. Ведунан табалхатой компьютерон диагностика. Профессионалон кусагун стол тадагал тенгамплекта хардмай санкран ама андарар маджита. Автомеханика я хая де практика я мастер абайт Владимир Кудразырта. Вама гасканер ахур ганжитан бира фен сондар ведзан сакуст, ама студенттан та ахур процесс ведзан самади сондар. Ахам оборудование ме яштек, ахам оборудование ме... مبونم مناخ تلوگوی ماشینا در اینسترومنت آلشم ای در ستمخ خست. دراغاستویش یا در دراغاستویش ایست پرستیجنی فیرما تایستم است. پونکسانال نیول در لوگو اینسترومنت ای در اختم ایرن استودنتانو بیرن چون در من هم اینسترومنت یکوخی یکوخه. میجلی پرایزوستنی پراکتیکا ما ایست کدام آشام اومو خم اینسترومنت تسن نایی. Но пара мох молчи дари, но беше ше дари таги сауду нами диагностирования, ультразвук тар нами, фонендоскоп тар нами, сиул дар ошам ай дар стамах хаст, ол инструмент ай дар ме. Узны кэнэн сварас кутто, на хишо охам хурс кутто хсорстам. Нокстан укта ифтонг арсет кадыр магай архайны хаяттар. Ведунан нерис хуздар фадат тамави фастиваган ахур процесстар барак фатсим медисундар. Харинак канак кандидер хаяттар ифтонг арсет анаман калак пецтай, стултай, миксертай, кабитсы камай пайдаканын сахам сармагун комбайнтай, ама андар миганантай. Автама анаман калак ифтонгат алхадарсет хойжит ама электрикт хаяттандар. Гобустагунда бетти талим информацион рауахт. Абун. Нартабазон гаут, авден феврале бунгаде бараккенен тиме.
Снавра районы Удзен и в Асастбунах Эдвардзен кевдавал дефе хармат буне 6 градуса, 72 градуса харм. Зау районы дэр Асастбунах Эдвардзен кевдавал буне цепар градуса, 72 градуса харм. Куайсе Асастбунах Эдвардзен мид буне 2 градуса, 72 градуса вазал. Ленингуры районы и в Асастбунах Фунц градуса, 72 градуса харм. Республика столица Цхинвала Асастбунах Эдвардзен чесел кевдавал буне 6 градуса, 72 градуса харм. Ахам дестина информацион службе басата гундермач, текатарит аркусут хорс хабарте, аменарадум фимбадме эфира.